Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. Муник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить моник по регистрации, потому что если вводите муник и прокатясь с третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я отдам как бы вам. Поэтому, пацаны, можете вводить моник по регистрации. Давно под стадии была Родина, потому что, кто не в курсе, мой канал был взломан, и поэтому я не мог сюда видосы записывать, потому что, ну как я буду записывать видосы, когда канал принадлежит не мне. И я много чего пропустил просто самое интересное, что было на Родине, ну, в принципе, по своей мне, потому что я не заходил играть на Родину. У меня, как всегда, слетел, пацаны, дом, это уже классика просто. У меня уже два дома на Рублевке слетело, там еще несколько домов. Пацаны, я думаю, поняли, что я сегодня без вебки, потому что я заболел, пацаны. Вебка обязательно будет, я знаю, вы привыкли смотреть Родину только с вебкой, но, пацаны, я заболел, нужно мне вылечиться, тогда уже будут видосы с вебкой, потому что смотреть на мое заболевшее лицо, я думаю, это не очень будет, поэтому пока что без вебки, пацаны, выздоровлю, будет вебка обязательно. Так, в первую очередь нам сейчас надо, пацаны, поизучать, что тут вообще нового, потому что я не знаю, я вообще как будто зашел на новый проект какой-то, потому что я не играл месяц, я ничего не знаю, что здесь нового там и так далее. Давайте сейчас бегом, короче, купим квартиру и уже будем как-то куда-то ехать, что-то смотреть и разбираться. Пацаны, я, короче, нашел квартиру свободную, у нее номер дома 228. Ну, это, пацаны, знак, что надо покупать, потому что, ну, блядь, 228 по-любому надо купить. Ладно, я шучу, но реально прикольно, типа, номер дома 228. Окей, так, как его купить, я уже не помню. Так, вот, готовый интерьер. Я просто не хочу, как бы, сам интерьер делать, потому что, ну, оно мне нахрен не надо еще там деньги тратить, потому что у меня до этого был дом, и там я покупал, ну, типа, сам, там, стулья, столы, там, шкафы, это все я ставил, и все это проебал. Так, теперь нам нужно как-то забрать все мои машины и припарковать их как бы вот здесь. Так, пацаны, я вроде бы уже вижу свои машины, это вроде бы улица, где я жил. Я, пацаны, заметил, что у меня начал проседать жестко FPS. У меня сейчас FPS 50. Скорее всего, это связано с графикой, пацаны, поэтому пишите в комментариях, как лучше снимать. С улучшенной графикой, сейчас видите, улучшение графики включено у меня на Родине. Или без. Ну, типа, это улучшение графики не мое, а именно порой, ну, на Родине. Это мой вертолет, а чё он этот, ну, оранжевый, то есть. Я ж, он у меня был другого цвета, алё. Ну ладно, давайте сначала вертолет заберем, потом уже все остальное. Пацаны, нихера здесь спидометр такой классный, реально. Очень прикольный спидометр, чекайте просто. Тут пробег показывается, бензин, фары, двери, блин, реально крутой спидометр, мне он очень нравится. И крузак мне тоже очень нравится, реально, крузачок прям, муа, персик просто. Скорее всего, за одну серию мы не посмотрим все обновления, все изменения, потому что, ну, это нереально, пацаны. Куда себе заправочка, ебать? Ого, ого, нихера себе, я об этом даже не знал, что же заправки изменили. Блин, реально классно сделали, годно, блин, годно, реально, Родина, красавчики, уже на 0.37 перешли, ГВО сделали, вообще, блять, молодцы, молодцы реально, пацаны. Надо будет штамповать серички для вас. Пацаны, можете, кстати, в комментариях написать, что мне такого посмотреть, чтобы я прям был в шоке просто, чтобы я охренел от всего. Добавили какой-то крутой город, который я не знаю, где даже находится. Там всякие высотки, Рублевка. Я даже не знаю, где это место находится, понимаете, я не могу даже его посмотреть. Да, пацаны, осталось мне только перегнать, получается, мотоцикл, и в нем закончился бензин. Ну ладно, пацаны, я думаю, это будем заканчивать, потому что, ну, толком я вам сейчас ничего не покажу, потому что я не знаю, что добавили. Как бы я начну сейчас, после того, как выложу это видео, изучать, в принципе, читать ваши комментарии, и уже тогда подробно мы все разберем, посмотрим, что добавили в глобальном обновлении. Лаунч-контроль добавили, это очень крутая штука, но она стоит 4000. Ну все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых серии, давайте проявите актив, пацаны, я хочу от вас увидеть здесь хотя бы на этом видео 50 лайков, я вам буду очень благодарен. Все, всем пока-пока.